Вот я всегда говорю, даже показываю, вот, когда объясняю на литературном, как работает разница архетипов. Говорю, показываю, ну как продается Кока-Кола. Вот сколько раз я это повторяю. Например, Путин пьет Кока-Колу, да, Путин. Кока-Кола, вкус победы. Кока-Кола, верный товарищ. Кока-Кола, президент одобряет. Чувствуете? Работает, да? Да, работает. Порошенко пьет. Или, например, тоже Зеленский. Кока-Кола, мой выбор. Кока-Кола, смак свободы. Порошенко, Кока-Кола, плевав на диабет. Или, например, вы в украинской сорочке схиляетесь до своей дитинки и даете Кока-Колу. И підпис, Кока-Кола, мама дозволяет. Почему? А в Украине матриархат. Потому что в Украине, в нашем архетипе, матриархат.